Активы на рынке криптовалют снова побьют рекорд. Об этом сообщает CNBC, цитируя Ронни Моаса, главного исполнительного директора и соучредителя исследовательской компании Standpoint Research. Он утверждает, что через 10 лет рыночная капитализация криптовалют достигнет 2 триллионов долларов. По его словам, инвестиция в криптовалюту – не временное явление, а создание нового класса активов. Моас добавил, что не считает цифровые валюты пузырями. Однако он предупреждает, что стоит вкладывать только в первые 50 по рыночной капитализации криптовалют, поскольку все последующие не влияют на общую капитализацию рынка.